Теперь все новые ролики выходят раньше в моем сообществе ВК. У нас последний шанс. Марк, не умирай, пожалуйста, Марк, пожалуйста, 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 не умирай. Осторожно. Сейчас будем заводить сердце. Пара-па-па-па. Опа! А ну-ка, Джосик, давай. Нет. Давай, по старшинству. Да чего ты так? Я говорю, по старшинству. Играю отдам. Диванчик освободил. А где посуда? А кто посуду мыть будет? Чур, не я. Что за детский сад? А что тебе не нравится? Можем по другому принципу. Ты самый младший, ты и моешь. Все, давай, малой, позови, как помоешь, а то я тоже кушать хочу. Ну так нечестно! Что за аргументы дурацкие? Чего ты так хрумкаешь? Раньше? Ничего нет. Пустая. Есть еще? А ты покупал? Нет. Так откуда она появится? Давай в магазинчик быстренько, чик-чирик. Давай. Поделишься, может? Не, давай топаем в магазин. А почему я вообще? Потому что ты младший, а со старшими не спорят. Давай, давай, давай. О, какой соленый. Потому что ты младший, ты младший. Иди помой посуду. Эй, молодой, я знаю, что ты желаешь. Лимонад. Какой я вам молодой? Как же вы меня уже надоели. На, попей. Тихо, тихо. Чего такое агрессивный? Случилось что? Случилось. Надоело быть молодым. Хочу быть самым взрослым, чтоб меня все уважали. Понял, умник? Желание принято. Не хочешь быть молодым, не будешь. Я дома! Пап, а что так долго? Уже вечер на дворе. Пока шел в магазин, потом обратно решил прогуляться. Тогда покупки сам разбирай. Мы уже спать укладываемся. Все, давай. Опять все я должен делать. Сами ничего не хотят. Не понял. Седина, что ли? Блин, уже нервничать начинаю из-за этих всяких заданий. Ладно, завтра с этим разберусь. Мужчина, вы кто? Вы что делаете у нас на кухне? Уходите отсюда, а то я позову полицию. Ты чё кричишь? Марк? Ну да, чё ты орёшь? Я трубы прочистил. Чё за крик? Марк! Дядь, вы кто? Алло, ребят, это я, Марк! Вы чего? Имидж сменил, что ли? Ты постарел. Чего? Ты не просто постарел, ты соскуфился. Так, ну да, чуть-чуть поднабрал. А одежда, ну, какая разница? Ношу, что нравится. Главное, чтобы комфортно было. Да, именно так говорят скуфы. А что такое скуф? А пойдем мы тебе в зеркало покажем. Ё-моё, что со мной? Все реально настоящее? Марк, как ты так резко постарел за ночь? Я не знаю, но выгляжу-то я круто. Я бы даже сказал брутально. Очень брутально. Но зато теперь я самый старший. Точняк. Давай, Кори, теперь старшему чаечек завари. А ты, сынок, отключай свой PlayStation. Папа футбол смотреть будет. Не буду. Не спорь со старшими. Так ты мне говорил. Ну вот и топай. Какой? Зеленый, черный? Молочный лун! Блин, надо, наверное, врача вызвать. Ну, здравствуйте, мы вас заждались. А, да, вижу. Слушай, тяжелый, давно болеете? Да я здорова, пациент наверху на диване спит. Простите, тогда я пройду, да? Да, наверху. Ну, вы бы тоже обследовались, на всякий случай. Вот он, вот здесь. Я вообще телевизор смотрел. Ну, короче, вот наш пациент. Да, доктор, а вчера он был вот таким. Он за ночь 40-летним стал каким-то. И интересно, первый раз с таким сталкиваюсь. Конечно, я феномен. И, малая, где мой чай? Метнулась кабанчиком. Да я принесла тебе его давно, ты спал. Так он остыл давно. Метнись Казанову, а я пока что с уважаемым человеком поговорю. А ты, Влад, проконтролируй ее. Ну, ладно. Ну, давайте мы вас посмотрим. Марк, твой новый чай. А, давайте отойдем, поговорим. Минуту, вдвоем? Да, да, да. Обжегся. Ну ладно, получше уже. Ах,
Новости не самые приятные. Ваш друг стареет примерно на 1 год в час. Сейчас ему примерно 43. Такими темпами он состарится примерно через пару дней. Я бы рекомендовал поехать в больницу для более точного анализа. Чего? Я себя прекрасно чувствую. Никуда я не поеду. Сам есть свою больницу. Там еще, небось, за прием платить надо. Ну, Марк! Не спорь со старшими! Если он согласится, обязательно мне звоните. Я пока узнаю все, что смогу. Спасибо большое. Давайте мы вас проводим. Да я с вами лучше. Мне кажется, Марк не понимает, насколько все серьезно. Может, его нужно завлечь вот этими молодежными движухами, и он обратно пойдет в возраст. Надо его опять на PlayStation подсадить. Ну, может быть, не так все плохо. Вот, будет где птичкам поесть. Да, хороший план. Делаем, как ты сказал. Сейчас с тобой залетим, как старое доброе. Ну, давай, показывай. Вот так вот, как я. Вот. Давай в Mortal Kombat. Драки, драться. Драки, да, давай. Это бокс. Ну, почти. Давай. Все, фаталити. Ну что, понравилось? Ага. Слушай, ну классная игрушка. Сейчас я только в туалет быстренько отойду. Ты что-нибудь там другое включи. Не знаю, там дальнобойщика, симулятор, что-нибудь такое. Смешно. О, ты же это, футбол любил, да? Давай, сейчас будем в футбол играть, садись. Да я тут, смотри, что придумал. А? Давай быстренько партийку раскидаем. Шахматы, нарды. А? Ну от бургеров Марк точно не откажется. Ну это нормальная еда для молодых. Марк, у нас тут для тебя бургеры. А? Как тебе? Он что, по 15 лет? Я какие-то бургеры. Я эти ваши мандолисы не воспринимаю. О, посмотрите, нормальные стейки. Стейк, а не эти ваши шмургеры картонные. Давайте, быстренько за стол. Сейчас буду вас мясом угощать. А это в мусорку выкиньте. Жалко. Жалко пчелки. Вот, держите. Вот это надо есть. Пахнет вкусно. Еще бы. Вкусно. Что так нам часто готовит? Ну, я сам не знаю. Ну, вы кушайте, не отвлекайтесь. Я пошел. Круто, блин. Реально вкусно. О, я смотрю, вы уже тут все доели. Что за прикид? Спасибо, да. Ты куда собрался? Да я на рыбалочку. Ну что, до завтра. Ну, подожди, а ты где это все взял? У каждого уважающего себя мужчины все есть. Удочки, снасти и лодка. У тебя есть лодка. Откуда у него лодка? Не, лодку вы мне на день рождения подарите, тогда и будет. Ну, погоди, уже ночь на дворе. Куда собрался? Так ночью лучше клюет. Все, давайте, не отнимайте мое время. Это, удачи. Пригодится. Ну, ладно. Я пойду уже спать, наверное. А, спокойной ночи. Посуду помоешь? Ты же теперь младшая. Ребята, у меня новости. Вышло обновление Genshin Impact 5.0. Новый район Атлант, новые персонажи и много новых крутых режимов. Genshin Impact — это приключенческая игра, в которой ты можешь сделать все, что тебе нравится. В мире Тайвата можно исследовать 7 уникальных регионов, каждый из которых имеет свой вайб, архитектуру и историю. Ты можешь взаимодействовать с окружающим миром, бегать, плавать и даже летать по Тайвату. А еще здесь каждый персонаж контролирует один из 7 природных элементов. С помощью них он сражается и решает головоломки. А в обновлении 5.0 нас ждет новый район Атлант с его необычными жителями и в том числе драконами. Тебе нужно понять, как подружиться с ними и вместе исследовать этот район. Также появились новые персонажи и крутые способности. Теперь можно серфить, летать и даже лазать по стенам. Я лично ждал новых персонажей и дождался. Муалани, Кинич и Качина. Это 3 новых героя. За Муалани я как раз сейчас играю. Вы можете скачать игру по ссылке в описании или по QR-коду на экране. Присоединяйся к нам в этом удивительном приключении. Ну а для тех, кто любит дополнительные награды, мы подготовили бонусный промокод. Введите его в игре и получайте ценные ресурсы и предметы. О, что за красавчик! Я тебя раньше здесь не замечала. И давно ты в наших краях? Здравствуйте! О, да ты настоящий добытчик. Наверное, всю свою семью кормишь. А у меня вообще-то нет своей семьи. О, ну это здорово. Ну, не совсем, конечно, но можно и подумать. А я могу к вам на огонек заглянуть сегодня вечером. Вы любите пирог с клубничкой? Ну, пирог это, наверное, здорово, но я, наверное, пойду. Иди, иди, далеко не убежишь. Мужчина в моем вкусе.
Договорился я. Марк! Что, молодежь? Интересно, что поймал? Сейчас я вам покажу. Глядите, вот тут у нас рыба-пила. Шучу, обычная пила. Держи, Влад, положишь в гараж. У нас нет гаража. Неважно, построим. Так, тут еще гвозди. Как раз на гараж, держи. И мышка компьютерная. Это ж вы любите играть. Дарю. Марк, ты себя видел? Это далеко заходит. Тебе сколько лет вообще сейчас? Не знаю. А что, я плохо выгляжу? Дайте зеркало посмотреть. Так. О, быка за рога. И правда состарился. Мы ж тебе и говорим, плохо выглядишь. Я думаю, это все из-за бороды и усов. Я сейчас побреюсь, и брутальность вернется. Сейчас только переоденусь. Что-то странное происходит. Ему как будто лет 60. Сейчас мы от вас избавимся. Ничего не понимаю. Так. Ну, поехали. Вот, другое дело. Твою дивизию. Зовите врача! Да, спасибо. Врач не знает, что за болезнь такая. Лекарства старости нет. И что теперь делать? Вспомни, что с тобой было. Да и не помню я. Мне ж тогда 21 год был. Марк, приди в себя, это было позавчера. Чего? Как будто уже 40 лет прошло. И я пошел в магазин. О, давай, давай, давай. И что потом? Что потом? Точно! Там был один подозрительный тип. Кто? Марк? Марк! Проснись! Да задремал. Чувствовал? Да задремал. Подозрительный тип. Продавец лимонада. Загадочный такой, короче, типок. И я ему сказал, что надоело мне быть постоянно молодым. И захотел быть взрослым. Тебя заколдовали, что ли? Мне кажется, надо найти этого мужика. А как он выглядел? Прикиньте, зрение садится. Соберись. У меня где-то были очки. Сейчас я их быстренько найду и покажу, где этот мужик торговал. Так, че? Помочь? Да нормально. Вон, дедуль, глянь, вон лавка какая-то с лимонадом. Вы что? Не, это вообще не похоже. Ну-ка. О, это он! А ну-ка, стой! Это вы что с нашим другом сделали? Ну что ты, жулик? Возвращай мои былые годы! Не хочу быть дедом! Пожалуйста, верните Марка! Урок не усвоен. Да это волшебство! Куда он делся? Ты же говорил, что он волшебник! Ну да, но я же не знал, что он умеет исчезать. Но хочу подметить, лимонад у него вкусный. А я, по всей видимости, свое уже отжил. Пойду я. Марк. И как быть? Может, тут мужика этого подождем? Марк ему так нахамил, что пока волшебник его простит, Марк помрет. Да, пойдем за ним. Так, сейчас мы вас побьем, а сорнячки уберем. Марк, ты чем занимаешься? Как это чем? Садовод я. Вот не станет меня. Будете моими цветами любоваться. Марк, ну не говори так. Вот там посажу помидорчики, огурчики. Там картопля будет. Вы только не переживайте. Я вам текстом напишу в письме, как зачем ухаживать. Слушай, может это ты как-то рано опустил руки? Не сдавайся. Мы точно найдем способ вернуть тебе молодость. Зачем? Мы уже пытались один раз, бестолку. Знаете, мне уже все нравится. Дайте мне дожить жизнь, как мне хочется. Это мое решение, и я так решу. Все, идите, мне полоть еще надо. Влад, что делать? Нельзя же его так бросать. Не волнуйся, мы что-нибудь придумаем. Пойдем. Ну что, красавчик, я же говорила, что это не последняя встреча. Может, прогуляешься с прекрасной дамой? А где красивая дама? Показывайте, зовите ее. Прям перед тобой, крот слепой. Что скажешь? Ладно, может, оторваться в последний раз. А как вас зовут? Розочка, и можно на ты. Ну что ж, пойдемте, Розочка. Пройдем. Пирожочек можно мне? Да.
что там у нас? Потерпи, Маркуша, потерпи, дорогой. Минутку. На первое у нас твои любимые макарошки. Ох, за что ж мне так повезло с тобой? А еще и второе будет? Разумеется. Сладенький десертик. Мои фирменные пироженки. Роза, Роза, ты моя мимоза. Как ты меня балуешь? Все для тебя, мой любимый. Удивляй. А напоследок лекарство. Без этого никуда. Без этого никак, мой сухофруктик. Кушай, мой сладенький, кушай. Ах, сейчас как поем. Опа, здравствуйте. О, Маркуш, а ты не говорил, что у тебя внуки есть? Проходите, проходите, чувствуете себя как дома, присаживайтесь. Да, это и есть наш дом. Майк, тебе не кажется это странным? Мы вообще-то хотим побороться, тебя не хотим терять. Боже, какие у тебя хорошие внуки, на тебя похожи. Да, слушай, дед, надо поговорить. А не могли бы вы нас оставить ненадолго? Буквально пару слов с дедушкой. Да-да-да, конечно. Вы не стесняйтесь, кушайте. Все свеженькое сама приготовила. Спасибо. Спасибо. Ну, сейчас мы буквально чуть-чуть. Дед, ты че? У меня действительно была хорошая жизнь. Я просто не замечал. Хватит вот это что-то выдумывать. Живите моментом. Наслаждайтесь каждым мигом, как я вот сейчас. Марк, ну не говори так. Да что вы заладили, Марк, Марк. Весь аппетит не испорти. Батюшки мой, время 7 вечера, и уже спать пора. Все, до завтра, друзья. Может быть, еще увидимся. А, можете, кстати, доесть. Роза шикарно готовит. Ну, ты проходи, или я пройду. Марк. О, это мы. Кто такие? Приветствую. Ты здесь? Марк, это мы, твои друзья, Риви, Влад. Знаю только его. Тут никого нет. А, что вы мне тут рассказываете? Если сдадите меня в дом престарелых, я вам никогда этого не прощу. Никакого вам наследства. Понятно? Марк, у тебя нет никакого наследства. У меня нет наследства? Куда же оно пропало? Это все вот те пришельцы. Не верьте им. Ох, ребята, что ж с вами будет-то без меня? Плохо мне. О, дед, Марк! Дед, ты чё? Марк! Марк, я пойду позвоню в скорую! Осторожно! Держись, держись, держись! Аккуратно, аккуратно! О, погоди! Что? У тебя такие красивые волосы! Спасибо! Ну ты кто? Влад! Роза где? Зовите Розу! Ой, будет Роза! Дед, дед, дед! Время, быстрее! Проходите, проходите! Сюда, вот, вот наш пациент! Проверьте его там, он живой вообще? У нас последний шанс. Надо спускать его на пол. О, Марк! Давайте. Марк, не умирай, пожалуйста. Марк, пожалуйста, 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 не умирай. Осторожно. Сейчас будем заводить сердце. Разряд. Чего? Тише, позатише. Чего поспать-то не даете старому человеку? Ой, Маркушечка, ты нас так напугал. Живой, радость моя. Все, врач, уходи. Живой. Неадекватные. Вставай, вставай. Извини, извини. Извини, мы волновались просто. Как с вами находиться-то в одном помещении? Пойду проветрюсь. Ты аккуратнее, дедуль. За мной не ходить. Ой, Маркушечка, аккуратненько. Спасибо, доктор. Да ничего. Мои соболезнования. Здравствуй, молодой человек! Да я уже не молодой. Слушай, ну, в моем возрасте все вы молодые. Слушай, а можно мне лимонадик? Да, конечно. Ой, хорошо. Эх, жаль, быстро жизнь пролетела. Много чего сделать не успел. Дерево построить, дом вырастить, сына посадить. Но зато знаешь, что я понял? Ты не спеши взрослеть. Живи моментом. Наслаждайся каждым мигом своей жизни. Эх, ладно, пойду я. Меня там заждались. Слушай, а мне денег нет с собой. Давай я сейчас быстро сбегаю и принесу, а? Да ничего страшного. За мой счет, дедуля. Еще хочешь? Если можно, конечно. Спасибо тебе. Пей, пей. Главное, допей до конца. Вкусно как. Спасибо вам, молодой человек. Хоть я вас и не знаю, но вижу, что вы добрый. Таким и оставайся. В этом мире без добра никак. Пойду я. Иди, дедуль. Урок усвоен. Я дома! Опа! Марк!
Вы тоже это видите? Молчит же мой. Я такой же, как и раньше. Молодой. А как? Да я, если честно, сам не понял. Но самое главное, что все решилось. И теперь это все можно забыть, как страшный сон. Мы рады. Ариле особенно. И Владик тоже. Только единственное, что мы вряд ли забудем, это мой роман с Розой. Подождите. Да, вы делали фотографии. Нет!